Всем привет, с вами Вадим Сена и игра This is the Police 2. Откройте, это полиция 2. Что ж, мы продолжаем. У нас был успешный прошлый день. Мы много баллов заработали, на удивление. И, конечно, еле-еле прошли его. Луна не пришел на работу сегодня. Ты ж Луна, блин. Валентин, я перебрал с выпивкой, едва ли я смогу работать сегодня. Блин, Валентин, ты даешь. Мой внебрачный сын вчера вечером провалился под лед и схлоптал двухстороннее расплавление легких. Да, мальчишка незаконнорожден, но он ведь равно мой сын. Правильно, можно мне отгул, чтобы вот побыть рядом с ним? Один пьяный? Нет. Ого. Знаешь, я вчера засиделся в участке после смены и застал Донну Ферри за работы. Бедняжка выдрала весь участок и вынесла мусор, к которому уже годами никто не прикасался. Я, разумеется, помогал ей поднимать тяжести, мы полночью проболтали без остановки. Не мог свести с нее глаз. Такая красивая и хозяйственная женщина, да еще и уважает наш труд. Сам знаешь, как относится к хопам у нас в городе. Я всю жизнь мечтал о такой женщине. Решил, что старость чувствовал не помеха. Взял и прямо вчера ночью сделал ей предложение. Она согласилась, представляешь? Так что я ухожу на пенсию. Хочу остаток дней пожить спокойной семейной жизнью, а не от пуль уворачиваться. А что детки у нее, это ничего. Я буду с ними помогать. Да и по хозяйству там работы немало. Короче, на пенсии не заскучаю. Да, и чуть не забыл. Все ребята в участке оценили, что ты пытаешься сделать их жизнь чище и комфортнее. Блин. На пенсию ушел. Ты же еще молодой. Ну, старт. Ну. Смена лояльности. Коматарис Кусарава. Теперь Коматарис передан вам. О. Это хорошо. Мальчик Челмики. Теперь мальчик Челмики предан вам. Ничего себе. Кевин Пенкин. Предан вам тоже. Ничего так себе. Перевес, да? Какой? И... Все равно патронов-то нету. Три есть, надо зарядки. Картриджи от тазеров. Хорошо, начинаем. В здание сюда проник неизвестный. Назначь копа, который будет интеллект. Этого давай. Сегодня Бетч третий займется поисками новых улик. Брат Флоры Биллапс. А я не помню, тут все или не все. Мужчина в балахоне. Давай, мужчина в балахоне. Не, мы там закончили. Вы должны платить Фраю 20 тысяч каждую неделю, если хотите, чтобы федералы держались подальше от Шарпу, да. Первый платеж послезавтра, начинайте экономить. 27 тысяч у нас. Время от времени жители Шарфуда могут обратиться к вам с личными просьбами. Разумеется, это работа неофициально, но иногда такие поручения позволят неплохо подзаработать. Скама Стрит. Ну,
Эрнст Айхард Сикамото Стрит. Сикамото Стрит. Я присмотрел коллекцию старинных монет, которые пылятся у Эвелин Гузман. Но старушка уже не раз отвергала мои щедрые предложения. Говорит, что монеты все, что осталось ей от покойного мужа. Значит, для нее они бесценны. Боюсь, что когда старушка отправится вслед за мужем, монеты потеряются, и у меня не будет шанса их купить. Поэтому хочу подстраховаться. Отправьте к ней с ваших подчиненных, и пусть он скажет, что монеты связаны с федеральным расследованием. Государство, мол, их вот-вот конфискует. Это наверняка подвигнет ее к продаже. Я не собираюсь обдирать старого, я одинокого человека, так что дам за них справедливую цену. А за вашу помощь тоже оплачу монеткой, но не настолько старинной. Переговорщик. Кто у нас переговор ведет? Что там за ход заложников? Сотрудник банка взял в заложники свою начальницу за то, что она отказала ему в повышении. Арзенкранц 655. Да, отправляет троих, хватит вполне. Дюваля тоже с ним. Да, наверное, без Дюваля. Простое здание. Сикамото Стрит, Эрнст Айнхард. Знаешь, лгун. Из меня так себя не... Лгун из меня так себе, но старуха прям за сердце едва не схватилась, когда я начал заливать про в серийные убийцы страшное проклятие. Я не знаю, кому-то стоит, но он из меня так себе. Страшное проклятие серийных убийц. Так я не понял, он выполнил или не выполнил. Благодарю за вашу помощь, мистер Нэш. Взять 1000. Плохо, но как-то маловато. Молодой парень в рубашке и галстуке держит ножницы у горла своей начальницы. Я заслужил повышение гораздо больше, чем кто бы то ни было. Подкрасться к парню, сказать парню, что насилие еще никто не добавил. Повышение, тут вот, подкрасться к парню. Скрытность. 544, please. Купцу незаметно подкрасться к парню и обезвредить его. Отлично. Промахнули, может пора стрелять. Самое надежное укрытие, пока это боевой опыт. Догонь даже самого проворливого. Терпение предсказать. Действия получают на одно действие больше следующих ход до 3 действий максимум. 522 in progress. Несанкционированный митинг. Группа атеистов шумно требует, чтобы церковь прекратила свою работу. 700. Демарс. Мурадян. Музыка. И Бородка. Бородка. Судья Трент вынес вердикт по делу «Секрет розовой жвачки». Обвиняемый Томми Мур признан виновным по всем пунктам. Виновен. Отлично. Расследование завершено. Бэдж третий. Куросава. Окей. Вирджил Берч третий. Хамелеончикс. И скрытность.
Куросава. Джон Элмор, мистер Нэш, а вы справились с расследованием даже быстрее, чем я ожидал. Преступник гниет в тюрьме, моя семья спит спокойно, да и вашим копам недолго оставаться. Морозить себе задницы в туалетах на улице. Мои люди уже выехали. Уже завтра в доме каждого пальца будет стоять маленький унитаз, и все они заживут по-новому в тепле и комфорте. Окей. Посмотрим. Тепле и комфорте. 541 in progress. Изнасилование. А заправка Роджера Линнингтона. Девушка заправила машину, у нас был дома кошелек. Когда заправщик услышал, что у нее нет денег, то стал требовать от девушки отсос каждый галлон. Ничего так себе. Сумерки, в которых дремлют чудовища, скандируют протестующие во главе толпы женщины в строгих очках. В руках у нее книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина. Успокоить толпу, выстрелить в воздух, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Успокоить толпу. Кто у нас переговорщик? Либо тот, либо тот. Попытался успокоить толпу, а лидеры митинга согласились проехать в участок для дальнейшей дискуссии. Да уж, никому никакой благодарности, так нечестно. Скрутил руки девушки шлангом, поставил ее на колени, расстегнул штаны. Только шелохнись, я тебе бензин в глотку налью и подожгу. Ударь насильника большим ножом, подкрасться к насильнику, выстрелить на тазером. Тазер есть. Коп оглушил насильника, выставлен из тазера, девушка физически не пострадала. Приехали. 555, вымогательство. Пьяный рабочий вымогает деньги на проезд у людей, которые ждут автобусы. Автобусам. Этого и этого отправим. Мафа Валентин ранен, ты попал, это предупреждан, он был пьян. Блин. Низший толстый рабочий с огромной головой вырывает сумочку. Девушка, да, я сам посмотрю, какого у тебя нет налички. Дело мать рабочего, жеребец, угомонись. Коп попытался заломать пьяного рабочего, но тот боднул его на голову. Вой в лицо, у копа хлещет кровь. Подошел автобус, преступник ворвался в лицо. Побежал в салон и приказал изгнать, бросить к дверям автобус. В колесо автобуса. 555, скрылся. Пыли. И коп ранен. А и тот ранен, блин, ранен. Мафа Валентин был ранен, проведет 4 дня в больнице.
526 in progress. Джеймсон Хилл. Парень пытался познакомиться с девушкой на улице, когда она отказалась. Он проследил за ней до дома, потом соорудил коктейль Молотова и бросил ей в окно. Ари Аронович был ранен, проведет 2 дня в больнице. Хельга Асмара. Мистер Нэш, лесные духи нашептали мне, что вы нуждаетесь в помощи. К сожалению, моя аура сейчас уязвлена, и выход на прямой контакт с той стороной может обернуться смертью моего телесного сосуда. Для меня это станет лишь временем и удобством, но мое время еще не пришло. Впрочем, я не оставлю вас без защиты. Купите у меня банку лесной мази, заряжающей силы старейших духов. Она исцеляет любые самые страшные раны, разве что гил не поднимет. Для этого все-таки нужен прямой контакт с лесными духами. Наносите мази на ночь, рано всех ваших сотрудников затянутся. Да. Тайный черный. Поиск новых кадров. Б4 нашел новый кадр по версии мужчины в полофоне. Контрследование. А мужчина был какой-то из архива СПАЛУ. Пустой коробка с недавними личными делами. Мужчина был закалывает сторожа в подземном. Скрывает дверь архив древним комом. Пламя вырывается из разбитого окна первого этажа. Снаружи стоит преступник с руками на поясе и будет с тем, что он сделал. Подкрасться к преступнику, пока преступник ситуацию выстрелить с тизера. С тизера точно. Коп оглушил, преступник выстрелил из тазера. Тем временем из горящего окна раздался женский крик. Входная дверь тоже в огне, рвануть в здание, подождать пожарных. Встань по периметру. Кто? Скорость. Интеллект. Коп смог быстро пробежать сквозь огонь и вынести девушку из дома. Но он дышал дымом, но жить будет удивительно, но у копа ни единого ожога. Бельмонт, молодец. Похороны на свадьбе. Ничего себе, мой самый счастливый день превратился в кошмар. Сегодня я вышел замуж и стал вдовой. Да, мой Карим был не молод, зато он был настоящим мужчиной, еще и вдовным копом. Мы праздновали свадьбу, и все было волшебно, пока не пришло время традиционного танца. Мы весело окружили в центре зала, и вдруг у него схватило сердце, он упал на пол и через минуту уже не дышал. Он умер у меня на руках, но при жизни Карим был веселым мужчиной, он не хотел, чтобы
вся эта праздничная еда и выпивка пропала зря. Он рассказывал мне о своих днях в полиции, о том, как там не хватало шансов отвлечься от тяжелой работы. Сейчас я подумал, что ему бы понравилось, если бы ваши ребята забрали наш праздничный стол себе в участок. Они поели бы от души, отдохнули, а главное, унесли бы все это с глаз моих. А то я на свадьбе торт без слез смотреть не могу. Побег с места аварии. Два пьяных парня устроили гонки на своих мотоциклах. Случайно сбили инвалида, который медленно переходил дорогу. Мотоцикл одного из парней перевернулся. Кончик погиб. Другой мотоцикл пытается скрыться. Цикл с коляской, жилом лысый здоровяк в мотоциклетных очках, запрыгнуть в коляску, включить сирену, приказать остановиться. Не допрыгнул до коляски мотоцикла и покатился по асфальту, кажется, у него сильно повреждена нога, преступник скрылся. Блин. Три дня в больнице. Троих сразу. Да уж. Не очень день. И сколько минусов? Ну, тоже так неплохо, 38. Шокер, шокер. Завтрашняя смена. Дзынь, дзынь, дзынь. Дзынь, дзынь. Дзынь, дзынь, дзынь. Дзынь, дзынь. Дзынь, дзынь. Не странно, что я завтра не могу, у меня репетиция. Нужно уже сейчас готовиться к... весеннему концерту «Пиццы и струны жены». Это трудная публика, сами понимаете. Пенгин ты, Пенгин, блин. Давай того новенького. Тамарас. Надо кого-то... день. Кто звонит? Hello? Yeah, I'm listening. It's me. I'm listening, Lily. I decided that I wanted to talk about the woman. What woman? About the woman with the coins. Lily, do you realize that you're calling me in the middle of the night? It was wrong, Jack, what you did. I'm not trying to be sadder. It's not the worst thing you put up. I don't want to compare it with. I want to tell you that I think it was wrong, and I think that you yourself understand that it was wrong. Am I wrong? Lily, go to sleep. Yeah. I want to... just want to make sure that we're sitting eye to eye, that we're on the same team, you know? It's important to me. For a cop, nothing's more important than a good night's sleep. You trust me on that. It seems a little like an angry. And I'm all caught.
про монетки. 28 ноября. Продолжаем. Луна не пришел на работу сегодня. Блин. Чапмен. Я перебрал свой, пока едва ли смогу работать сегодня. Знаешь, тут все говорят, что в городе привезли продолжение последнего искушения Нептуна. Я еще даже первую часть не прочитала. Чтобы я любил книжки Шини, но не хочу казаться самым тупым. Типа там хочу взять отгул и наверстать. Можно? Нет. И так, блин. Знаешь, а что-то едва надо же будь другом отпусти домой. Что случилось? В диване прямо под спиной пружина вылезла, так я нормально поспать не смог. Крутился, вертелся, но уснуть так и не получилось. Куросава, не Куросава. Сминула, потерял к вам всякое уважение. До свидания, шеф. Чел Микки. Шеф, я вчера ночью приехал домой и увидел, что какие-то парни не меняют весь санузел. Не успел я челюсть свою с пола подобрать, как они потащили в дом новенький унитаз. И установили его меньше, чем за час. Унитаз прямо в доме, представляете, больше никаких ночных пробежек, сортир, венки со снегом и ветром. Больше никакой пассив. Невшая от холода задницы. Рабочие улыбнулись, сказали, чтобы я вас благодарил, а я даже не знаю, как за такое благодарить. Даже просто чудо. Теперь вы можете положить на меня в чем угодно, даже не сомневайтесь. Челники. Не знаешь, я бы вас сейчас целовал, но я стер себе все губы, целую мои ноги, не так, даже смотрю. Курки. Сплошное удовольствие, не говоря уже о более интимных процессах. Босс, вы мой спаситель, эти трубы за 100 лет не протекут, а унитаз сияет так, что можно на патрульную машину вместо мигалку вставить из любого конца жарко. Да, видно будет смеяться на этот туалет, словно сплошь. Теперь Джейсон предан вам, Джессика Шини. Коматирес Куросава предан вам. Быстро Минсантрас Пурлок предан вам. Сесиль Чапмен, предан вам. Знаешь, я весь есть у тебя голова на плечах. Мазь от этой колдуни отлично помогла с ранами. Вот что значит натуральный продукт, а не гадкая больничная химия. Жаль только, что вся банка ушла. Гуд. Гуд. Гуд, 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 гуд. Ну нормально. Значит, день. Сын сюда проник неизвестный, украл из архива личные дела. Завтра нужно будет заплатить фрау, поздно экономить, пора начать зарабатывать любым способом. Да уж. Каким же способом 27 тысяч у тебя? Мистер наш, сэр, я рад доложить, что прошел необходимый курс лечения и готов к службе под вашим началом. Я уверен, что мое отношение к работе вот с подозрением принесут пользу нашему департаменту вместо Флетчер всему городу. 540 in progress. Помогательство. Пьяный рабочий пристает к темнокожей девушке. Ходжес. Thank you.
И на рабочей стоит вплотную к симпатичной темнокожей девушке и орёт ей в лицо: «Пятница, я заберу тебя с собой, ты богиня». Девушка вам докучает этот Робинзон, призывает пьяному рабочему отойти от девушки, наблюдать за происходящим. Послушался копа, отошел от девушки и сдался. Оказалось, что он впервые же ее видел темнокожую девушку и переволновался от избытка красоты. Молодец. Торпо Винго лучше вышел приснул много сильнее. Особым ценам помогут вам выстроить долгосрочные выгодные отношения с некоторыми полезными жителям шар. Да. Барба, он был в детский сад. Мистер Нэш, все воспитательницы снова ушли в запой, и детей не с кем оставить. Я бы сама с ними посидела, но у директора детского сада полно других забот, так что рассчитывать на вашу помощь. Сможете выделить ни одного копа, который умеет ладить с детьми, чтобы он присмотрел за ребятками, пока родители всех не заберут. Сестрёнцы, конечно, непослушны, но если найти к ним подход, то они вам елочка превращаются. Ясное дело, я заплачу за помощь по тарифу для нянечек, а так подарю вам что-нибудь с нашего склада. Я сдаю в аренду контейнер, где мои клиенты складируют вещи, которые по тем или иным причинам не могут хранить дома. У кого-то банально не хватает места, а кто-то предпочитает хранить свою коллекцию порнографии подальше от любой попытной жены. Сегодня ко мне на работу пришли в гости внуки. Они у меня страшные непоседы. Они начали играть со всем, что было у меня на столе, и в итоге потеряли где-то связку ключа от контейнеров. Я ребят отругал, конечно, но ключи это найти не помогло. Знал, что у вас в департаменте есть неглупые детектив, которые легко находят сбежавший кошелек и несколько лет назад помогли с писью населения. Отправьте мне два таких внимательных человека, пусть они переворуют свои сугробы и отыщут пропажу. Выделил для вас свой лучший контейнер, который вы сможете использовать под склад. У вас наверняка скоро появится что-то там хранить заодно. И видик у меня заберете, а то когда внуки ко мне домой приходят, там смотрят одни и те же боевики, устал я от крохота. Детский сад, тот на склад. 522 in progress. Мистер Нэш, все хорошо, дети разобрали родителей. Сорванцы поначалу буянили, но быстро их угомонили, и мы здорово провели время, читали сказки, играли полицейских бандитов. Барбара Кимбл, вы получили туалетную бумагу, Франк Хэдлин Продакшнс. Детское питание, Хэнни Смайл, и вы получили подгузники. Благодарю за вашу помощь, мистер Нэш. $20. Несанкционированный митинг. Люди собрались возле большой ямы, а вас в Вате заблокировали проезд. Они требуют, чтобы городская власть починила дорогу. Thank you.
34 in progress. Что такое обращение с детьми? Женщина избивает своего сына за то, что он пытался перебежать дорогу на красный свет в магазин алкоголя. Хей, Брун. Стоят поперек дороги, взявшись за руки. Перед ними большая яма в асфальте. Руководит людьми лысоватый коренастый мужчина с датским пальто. Включить сирену, приказать разойтись. Сбежать, иначе я вас в эту яму и укатаю. Лучше послушать, как произошли с лидером митинга. Пока что более-менее. Жалоба на шум. Парикмахер Сабитян, the best. Местные жители пожаловались на слишком громкую музыку из салона красоты. Подвыпивший женщина с бутылкой пива бьет пятилетнего сына тыльной стороной ладони по щекам. Куда ты поперся, ты что не видишь, я еще не допила. Мальчик плачет, но не смеет пошевелиться. Заломать женщину, приказать оставить ребенка в покое. Как убил бы женщину, оставить ребенка в покое и сдаться. Салон красоты играет бодрый марш. К ним можно рассмотреть чей-то силуэт. Зайти в черный ход и постучать в дверь. Коп зашел в салон красоты через черный ход. Посреди зала сидит мужчина, привязанный к стулу с кляпом во рту. По его лицу красным и широким полосом центральный грим. Вокруг стула суетится неряшливая сутулая женщина с бритвой в руке. Тебе красивым. Я сделал тебя красивым, красивым, красивым. Выстрелить в женщину. Объясню женщине природу красоты. Если я объясняю женщине, что мужчину вообще-то нужно было красить в голубой и вместе бриться, попробовать сделать им прическу. Коп скрутил преступник, пока она размышляла над своими ошибками. Да уж, это легко делался. Ну давайте еще что-нибудь. Тайна черной коробки. Расследование. Мужчина в балахоле выбрасывает часть папок из коробки с недавними личными делами. Мужчина в балахоле крадется в суд через черный ход. Лакомый верховный судья Трента публично совершил непристойных действий. Очевидец пожаловался на молодую парочку, которая улеглась на лавочке, вызывающе трется друг от друга. По-моему, парень расстегнул штаны, а здесь вообще-то дети снеговика лепят, сообщил прохожий. На
знаешь, ты бы еще в лес нас отправил искать те цветы духов, которые третий глаз открывают. Мы вокруг контейнера весь снег перерыли, чтобы найти эти сраные ключи. Спасибо, блин, за чудный день. Черники, Лашич. Вы нашли эти ключи, алло? Палец расстегнутый штаны, девушка в шубе на голое тело занимается сексом на лавочке. Красивые ребят, как насчет тройничка? Подкрался к пачке и расставал их. Теперь любовник ждет испытания с разлукой. Да нет, нужно быстро подсвечено, подработаем на расценности. В общем, справились с этим заданием. Видать, мы сегодня заработали много баллов. Пять арестованных преступников. Много? 33 только. Да. Вон дубиночку бухнем. Завтрашняя смена. И там 12 будет. Ну давай еще это возьмем. Мало ли чё. Тут же стопудово будет. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. Секунду, давайте сейчас. Тут можно сейчас? Да. Продолжить. Давайте продолжим, а потом день начнется, и тогда я это вырублю. Yeah, you know how to sneak up on somebody. You're seeing Plunkett today, right? Only if I manage to rake up all this paperwork before noon. Talking to the old man after that is useless. He'll already be soaking up his cocktails. I hear they're having problems with the new curator from the mayor's office, the one in the green jacket. I need to take notes on Isaac Bromwell's testimony. You remember him, paralyzed at the waist. It's 3 hours one way. I'll be stuck there until evening. So I need you to give this folder to Plunkett. Mila says that he's leaving tomorrow, flying off on some conference, so I want him to get the folder today, okay? What do you have? I want the Jack Boyd case given special status. Oh, Lana, do you even understand what special status even means? I need access to the closed sections of the police department's archive. I need to be removed from all other cases. I need two assistants. I need support from Paulson. Lana. I need a surveillance team, a judicial order for the wiretapping of four witnesses. First of all, Emma Weinstein, and permission to search. Lana, listen to yourself. What are you trying to achieve? Do you even understand what's waiting for you? It's one thing to drag all the witnesses through here 10 times. Plunkett is somehow tolerating that. But it's another thing to... Why don't you do something... Something easier? More relevant.
Have you looked at the papers recently, Reeves? No one's seen Jack Boyd for almost a year, and he's still on the front pages. Show me something more relevant. Oh, Lana, look, God knows. You did what you could. The asshole is already 8 months on the federal wanted list. The feds can't find him. And you, I mean, can you? You mind-fucked all your colleagues, mind-fucked everybody, one by one, through the whole police department. Plus any poor son of a bitch who ever saw him, talked to him, delivered him pizza, or checked his prostate. You went through mountains of documents, some of which you were not supposed to see, and I have always been ready to look the other way. Until you come in... You're not my boss, Reeves. I don't care if you looked the other way. I never asked you for help with the investigation, and I'm still not. Just give Plunkett the fucking folder and make sure he's sober enough to read it. Ничего себе, тетка дает джазу. Перч, третий не пришел на работу сегодня. Один, я перебрался с выпивки, едва ли смогу работать сегодня. Да понятно. Сегодняшняя смена. Сегодня вечером нужно заплатить фра, подготовить, иначе завтра же она неделя подскажет видом, где вас искать. Склад. Кузники, детский питатель, что вам нужно, тазеры. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Вадим Сена, игра This is of Police 2. Откройте, это полиция. 2. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подсказки, идеи по игре и не только. А с вами был Вадим Сена. До скорого. Удачи. Всем пока.